Есть дети. И они, знаете, такие одержимые мамаши, потому что они весь вечер разговаривали. Нахуй. Съездили, блядь. Ёб твою мать, блядь. Ёб твою мать. Охуеть просто. Ох, ебать его! Ёпарасы ты!
Засняло. Совсем это не интересно. Более того, они понимают степень рисков и опасности. Да. Потому что да, безусловно, ты не застрахован и на треке. Но в 95 случаях из 100, если ты упал на треке. Блять! Этот человек занимается много какими проблемами, онкологией в том числе. Да, сука, ты ебаный в рот, блядь. Я сегодня представляю наиболее уязвимую категорию пациентов. Это пациенты, которые больные не лечили. Да ебать. Которые по-любому зайду, я скажу, почему. Ёпсель драный. Твою мать! Тихо, сука! Блять! Алло, там они? Они могут ходить? На, нахуй! Вот твою мать! Ни хера себе, блядь! Охренеть!